наш чемпионат среди любителей. И я думаю, все убедились, что у нас любители нисколько не выступают профессионалами. И подчас даже гораздо интереснее смотреть ребят, которые сегодня выступали. И скажу вам, что предыдущие два дня были не менее интересны. То есть предварительные поединки были не менее интересны, чем сегодняшний финал. Большое спасибо всем ребятам, всем, кто бился, выступал. И особенно хочу поздравить, конечно, чемпионов. Первый чемпионат России по смешанным боевым единоборствам объявляю закрытым. Звучит гимн Российской Федерации. Новые имена и зажжем новые звезды мирового ММА.